юный ребенок представляет. Так, Миньончик, ложи столик в багажник. И не забудь скинуть сюрприз, мы им подкрепимся. А еще и поиграем, ведь там же внутри сюрприз. Привет, ребят! А мы собрались с Миньоном на пикник к пруду. Возьмем с собой столик и перекусить киндер-сюрприз. Сейчас мы поедем на автобусе. Пеппа, замечательно! Сейчас я все погружу. Киндер-сюрприз. И столик в багажник. Я буду за рулем. Миньончик, садись. Ура! На пикник! Мы едем на пикник. Мы едем на пикник. Ух ты! Как красиво вокруг! Природа замечательная! Правда, Миньончик, вылезаем! Посмотри, какая рыбка в пруду плавает! Какая она хорошенькая! А водичка просто прелесть! Я бы даже искупалась, но это потом. Рыбка, привет! Хочешь, мы тебя угостим киндер-сюрпризом? Миньончик, давай поедим сразу, ведь мы же приехали на пикник. Отличная идея, Пеппа, покушать я люблю. Откроем киндер-сюрприз и съедим наш вкусный шоколад. Ой, ням-ням-ням-ням! Ням-ням-ням! Ням-ням! Ням-ням-ням! Ням-ням! Ням! Ой, как вкусно было! Ага! Время и сюрприза! Смотрим, что там внутри! А попались нам машинки Hot Wheels. Посмотрите, какие красивые и необычные. Соединим две части. И вот какая красивая серая машинка. Ух ты! Дизайн необычный. Ой, какая машинка, Миньончик. Посмотри, сейчас мы сможем с тобой здесь поиграть в песочек с машинкой. Ой, отлично, Пеппа. А ты мне ее потом подаришь? Ну, конечно, Миньончик, подарю. Ты же мальчик. Мальчики любят машинки. Ребята, вот такой вот пикник у нас получился. А вы ездите на пикники? Напишите в комментариях, что вы берете с собой перекусить.